Приветствую вас, дамы и господа, с вами Рирс, это игра Ark Survival Evolved. Мы сейчас находимся на сервере Рагнарёк нашего проекта Рирс Game Server, и сегодня у нас ивент. Будет кругосветное путешествие на кенгуру. Что нужно будет сделать? От себя, ну от участников, нужно будет иметь кенгуру. Неважно, какие характеристики будут прокачаны, на свое усмотрение, сами уже там все с ними делайте. Ну, лично я сделал кенгуру себе тупо со скоростью передвижения. Ну и, конечно же, стаминка при рождении хорошая. Задача следующая, пробежать по всей карте вот по таким вот флажкам. На пути будут встречаться 21 чекпоинт. На этих чекпоинтах будут располагаться ящики с нашим именем, ну с именем участника. В этот ящик нужно будет ввести пин-код, который персонально раздадут каждому участнику при старте. Из этих ящиков нужно будет собрать 5 записок. Также там могут быть ящики-пустышки и ящики со всякими призами. Ну и всякие штуки-дрюки, которые с собой нужно будет довести до конца этой трассы. Здесь старт и финиш одновременно. Вот здесь старт, в этой стороне финиш. Собираем записки, 5 штук. Из этих записок нужно будет нам сложить себе пин-код от сейфа. И кто первый, собственно, добежит, активирует пин-код. Вот мой сейф стоит, сейчас покажу. Вот все участники. Вот мой сейф. Находим от него пин-код, вводим сюда. И все, победил, красавчик, молодец. Зацените, кстати, прикид какой, а? Я теперь нахрен дила. Пойдем покажу свою кенгуру. Вот она, плотва, клон. Смотрим статки. Это все не прокачано, прокачан только скорость передвижения. У него есть привязка 100% на 207 скорости, 2600 выносливости, 529 урона и 4000 стамины. Нужно будет от всего избавиться в инвентаре, что лежит. И не знаю, сколько будет веса, но у меня веса 600, я думаю, что будет мало этого веса и придется с перевесом как-то передвигаться. Нельзя использовать тег в этом задании, нельзя использовать всяких помощников, нельзя наплечное животное, нельзя оружие тоже тековское использовать нельзя. Но я взял с собой обычное оружие, его можно использовать, взял с собой GPS-ник на всякий случай. Также мне понадобится калькулятор. Калькулятор нужен для того, чтобы с записок, которые будут, собственно, в этих ящиках лежать, сумму сложить и тем самым получить пин-код. Еда, вода, все есть, все отлично. Теперь ждем начала. Начало только через 40 минут, я пока вам все здесь покажу. Он уже, видишь, на кенгуру путешествует тут. Оба! Нормально. Сегодня будет очень много кенгуру. Участников должно быть 24 человека, но некоторые не пришли, как обычно это бывает. Будет меньше. Вот такой кенгуру. Забавный, веселый. Это скин кролика на нем надет и шапка. Ну, просто шапка. Цилиндр дяди Сэма. Снимаем скин и смотрим на кенгуру. Кенгуру вот такой. Черно-песочный и небесный. Или какой-то цвет. Непонятный, в общем, цвет. Вот такой вот кенгуру в этой замечательной шляпе. Ждем начала и да прибудет с нами веселье безудержное. Кстати, я завел новую группу ВКонтакте. Ссылка на нее в описании. Зачем она, собственно, нужна? Ну, у меня была до этого группа, но она плавно переквалифицировалась в группу серверов. Ну и в этой группе особо мемасиков своих не поскидываешь всевозможных, не поскидываешь видосики, не связанные с арком и так далее и тому подобное. Поэтому решено было сделать отдельную группу. В ней будут поститься все видео из Ютуба. Также, может быть, какие-то трансляции туда будут поститься, всякие скриншотики, приколы, там, мемы и такое вот в этом духе. Ну и, конечно же, новости, связанные с YouTube-каналом. Поэтому ссылка в описании, приходите. Всем рады, там уже целых, вот на момент записи этого ролика, 60 человек. Ого. В предыдущей, правда, группе 6500 практически. 6200, 6100, где-то так. Ну, начнем сначала. Еще одну группу. Вступайте. Всех жду. Может быть, конкурс скоро там какой-нибудь проведем. Либо розыгрыш. Посмотрим. Все, ждем начала ивента. Не переключайтесь. И называются чекпоинты. На каждом чекпоинте стоят именные ящики с пин-кодом, который вам отправит панда в личном сообщении. Значит, он вам отправит пин-коды от ящика. Есть чекпоинты пустые, есть с подарками, есть с записками. В записках находятся числа, которые вы потом должны собрать и суммировать. Вы получите пин-код от сейфа, который стоит на зоне старта. Или зона финиша, как вам удобно. Значит, кто первый открывает сейф, ну, то есть прибегает первый, открывает сейф, кладет туда все свои эти и стоит возле сейфа,
тот будет победителем. Итак, господа, получаем пин-код и ждем старта. Вперед, поехали, братва! Вперед, братва! Завязывай! Готово? Что это было? Ну все, жаришка пошла. Побежали. Твою мать, застрял. Ну, прикольно. Я пошла в спектакль. Заяц, ты пьян. Кенгуру настолько быстрый, что не успевает прогружаться. Не говори. Тут вейер не успевает лететь за ними. Диплодок на пути. Надо было мне на черепахе участвовать, я бы точно. Стартовый пересек и дальше-то. Да-да. Развернулся я обратно. Я в воду упал. Нифига быстро, как скачет. Прикольно. У меня кто-то с жестким пингом рядом едет, потому что прыгает вообще, я за ним не успеваю наблюдать. Кто-то там косячит, поверху отгадаю. Поверху скакал. Вы видели, как Максим скачет? Лошадки! Сейчас посмотрю, кто первый. Я знаю, кто первый. Диксон первый. Нет. Да грёбаный птер! Тройка лидеров бодаются. Наташа, Ковчег, Десница и... Не поняла, не вижу. Я вообще вперёд скакал, вообще-то. Ты уже на чёрном? Да, Диксон первый скачет. Я говорю. Диксон по-любому трассу заучил уже. Ну да. Кенгуру бил, пока она не научилась прыгать дальше всех. Пурлови там заспаунте штук 20. Не-не, да, никого спавнить не буду, нет. Я пошла к чекпоинту первому. Ну давай, нам богомолов еще не хватало. Начал пинговать, нормально нет, прыгать не могу. Диксон подходит первым. Догонит, классно. Давай, скорей. Кто? Вова Синица. Второй. Вова второй. Я залезть не могу на него, нахуй. Там есть, там лезть. Раптор! Уберите этого! Уберите! Чё ты орёшь-то? Все, погнали. Чё ты орал-то? Там, конечно, отрыв пипец. Устал, говорит, уже. 1, 2, 3, 9, чекпоинт. Анька, привет! Ищем себя, ищем. Вот, нашёл. 1, 2, 3, 9. Забираем. Кто лидирует, кто? Пока никого не вижу. Вижу! Кто? Ковчег. Глеб. Десница. Панда всех обогнал, да! Нет. Диксон третий. Ковчег, кто не вижу. Вот наркот четвертый. Гребаная база нажать. Я не могу сейф открыть, что разные пин-коды на каждый сейф? Нет. Не подходит.
свое имя там надо. У меня вообще недоступен шкаф. Антон, вернись сюда на второй чекпоинт, отдай, пожалуйста, ребятам. Вроде все нормально было. Чиниться-то где? Ты не уходи с чекпоинтов, пока они не уйдут оттуда все. На случай, чтобы открыть. Че, я открыл там, ну, гроши какие-то были, и че? Забирай, забирай. Так я позицию просрал из-за этого, из-за того, что не открывался. Так, ну, надо один раз нажать, отлично. И все откроется тогда. Давайте какие без нервов. Лаки? То, что ты не открыл, это как бы... А еще лучше без матов. Там же получается только один шкаф, да? Открываем. Да, да, один шкаф. Ребят, ваша задача не первым прибежать, а первым сейф открыть и положить туда записки. Ну, чем быстрее ты прибежишь, тем быстрее ты откроешь сейф. Ну, понимаешь, за счет простой человек, у тебя детонатор, ник. Мне тоже не открывается. Кто назад бежит? Какой? Один таймер не работает. У кого? Как все первый? У кого жив как тут? Даю так. Идем своими силами, господа. Пришлось заблокировать Дискорд. Отвлекает. Отвлекает от выигрыша. Я тут, видите, просрал позицию. Сейчас бы перепрыгнул и уже вырвался бы вперед. Хорошо. Трассу я, кстати, эту не знаю. Я ее не строил. Это вот так вам. История такая. Так, сейчас нужно запрыгнуть наверх. Оп. Все, помчали дальше. Чим-чим-чим. Так, окей. Либо здесь, либо здесь. Короче, где-то здесь, значит, должен быть мой пин-кодик. Вот он. Забираем. Все, мчим. Давай! Да пропустите! Все очень серьезно, напряженный момент! Так, кого-то обогнал. Давай, давай, давай. Это всего лишь третий чекпоинт был. Окей, прыгаем наверх. Как же лагает. Не успевает кенгуру, сука, прогрузиться. С этой скоростью бешеной. Давай, 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 давай. Оп. Прыг, скок, прыг, скок. Охренеть. Стратегия пошаговая. Так, наверх, наверх идем. Господа, сейчас графоний поменьше сделаю на средней настройке. Детализацию земли убираем. Пожертвуем временем. Давай! Все. Чемографон поставили. Пошла. Погнали, погнали, погнали. Давай, давай, давай. Пипец, я уже опоздал. Главное, чекпоинт не просрахатить. О, как же тормозит. Ага, вижу. Давай. Все, идем. Ищем себя.
собрал. Да быстрее. Блин, тут плыть надо. Отскок бы хоть откуда-нибудь. Во-во-во, было. Есть, вырвался. Ку-ку. Давай, залазь. Да камушка. А-а-а, нет. Так, куда дальше? Вижу. Топим. И чекпоинт. Все, бежим. Где-то здесь, значит. А, твою мать. Во. 1, 2, 3, 9. Еще одну записку вижу. Давай, быстрее. Нитро нужно было включить. Хорош, вижу чекпоинт. И что дальше? Во-во, все. Здесь. Давай. Нет, вода! Замедлитель, сука, скорости! Да быстрее ты выберись отсюда! Вот, прыжком! Прыжками давай! Давай! Да хорош, срать ты еще будешь, что ли? Ай, блин, воду словил! Есть тут чекпоинт? Есть чекпоинт, вижу. Это не такой чекпоинт, который нужен. Вижу тот, который нужен. Вырываемся вперед. Так. Десница. Вот мой шкаф. Патроны берем. Давай хоть посмотрим. 587. 15. Окей. Запоминаем. Куда идти-то дальше? Куда дальше? Наверху. Да хорош! Кроль! О, сказочно, господа. Сюда еще музыку из инфоэтки по-любому надо будет ставить. Главное, чтобы по авторским правам не забанили. Либо какую-нибудь такую драйвовую. И все это одним дублем. Без вырезов. Давай! Но нет! А-а-а, и минус скорость! Давай, прыжок! Есть! Идем дальше, идем! Оп-оп-оп-оп-оп, давай! Оп! Прыг-скок! Дрожайший наш кролик. Вижу чекпоинт, вижу. Так, окей, сюда, значит, идем. Вот еще. Прыгай. Твою мать. Так, окей, у меня либо здесь. Во. 1, 2, 3, 9. Забираем. Учимся. Надо пожрать. Так, пока ровненько, можно попрыгать. Ух, сказка. Блин, тут базы. Добро пожаловать, лак. Давай. За что-нибудь зацепь-то, блять.
Прошу прощения за мат. Так, нужно было наверх. Окей. Сюда, сюда, сюда. Вижу, вижу. Там уже кто-то есть. Я думал, я первый. Твою мать. Окей. Все. Да твою мать. Так. Либо здесь, либо здесь. Значит, тут здесь. Окей. Ну, прыгай. А здесь не в пещеру надо. Эх, там уже большой разнос, видишь? Я уже не догоню, походу. Ну, хоть какое-нибудь место займу. Ну, уже такого азарта нет. Знаю, что я не первый. Вижу чекпоинт. Время потерял очень много. Так, опять я здесь же, да? Нет, значит, здесь. Забираем. Окей. Давай, давай. Вот это вообще зря было сделано, поэтому идем поверху. Пойдем, пойдем. Так, вижу. Голем? Серьезно? Воу! Какого хрена? Окей, ставим сюда тогда. Пробегаем. Оп! Блин. Твою мать, только с одной стороны залезть можно. Так, еще одну записку получил, уходим. Давай, 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 давай. Дальше нет времени отвлекаться на големов, сами разберутся там. Да давай! Все, бежим. Пипец, я вообще там на месте пятом, наверное, тогда. Да быстрее, уважаемый кролик. Так, а вот я там обгоняю. Это радует. Да давай! А, это Анару. Стоп. Кек. Да твою мать, нет. Жик. Забрал. Ух, напряженно, слушай. Так, что, наверх? Можно было просто перепрыгнуть там. А, это нет, чекпоинт. Да твою мать, нет. Ну ладно, плывем так уже. Давай, давай, быстрей. Итак, я, наверное, где-то... Нет, опять тут же. Нет, значит, здесь. Вот он. Чибик. Чибик-кенгуру. О, еще один чекпоинт. Так, рядом. Так.
Так. Семена. Вот, здесь уже поинтереснее, слушай. Блин, а мог бы не заметить. А нет, не сри, да какой ты гонишь? Да твою мать! Нет, зря, ошибка. Ошибка была. Давай, давай. Здесь так, оп. И вот так. Давай! А чё они не подписаны? Они не подписаны! Идёшь первым? Тут шкафы не подписаны. Кошмар. Они чё и заперты? Если не подписано, значит это пустышка. Я предупреждала о том, что есть чекпоинты пустышки. Вот я видел эти пустышки и забыл. Понятно, идем дальше. Будем надеяться, этот не пустышка. Сука, тоже пустышка. Там на хвосте у меня держится кто-то. Блин, ну это уже пустыня, слушайте. Давай, смотрим. Нет. Да чё за хрень? Отлично. Жесткая трасса, слушай, напряженная, опасный момент, опасный. Идем на сближение с чекпоинтом следующим. Смотрим, надеюсь, не пустышки. Не пустышки вроде. Так. Пустой сейф. Да. Значит, здесь. Значит, здесь. Урель. Ух-ух-ух, опять пусто. Какого хрена? 21 чекпоинт. Да, 2 чекпоинта. В них должны быть записки последние, значит. Потому что всего 3 записки, их должно быть 5. Отлично, нашел. 4 записки есть. Давай. Записка? Нет, не записка. Ну, я, значит, один чекпоинт пропустил где-то. Наигрались. Хотя нет, еще один чекпоинт должен быть. Жим. Скажи, что записка есть. Давай сразу считаем. 2997 код. 2997. 2997. Бежим. Ничего не видно. Скоро финиш. Заходим в Дискорд. Не знаю, как.
5 записок и не знаю, как попробовать. Сплюсу их. Есть смысл вообще бежать? Я возле кого стою? Нужно сложить туда записки. Тогда будет считаться, что вы открылись. Так. 2, 9, 9, 7. Я возле кота стою. Как не подходит? А я забрал. 2, 8, 5, 7 получается почему-то. 2, 8, 5, 7. Аллилуйя, нахрен. Складываем туда. Все. Я победил эти очень маленькие циферки на записках, еле как их сложил, все, я в сейфе. Все, а, значит, третье место Векс получается. А я уже тоже скинул. Получает приз админ. Да не буду я приз никакой получать. Все, я открылся. Тогда ну, Диксона да, получает. Я до Диксона открыл. То на какой? Перестань Диксона обижать. Кто первый-то был? Десница. Он себя так матом подгонял, что долетел ну, моментом. Десница, само собой. А второй кто? Второй был нарколеопард. А третий на... Третий. На... Ура! Я за... Открыл. Все. Открыл я открыл. Я чё, шестой? Фух. Итак, господа, давайте посмотрим, какие же у нас дополнительные призы за участие, так сказать, здесь. А уже его вскрыли, короче. В общем, там бонусом давался чибик. Чибика я себе забрал. Вот такого чибика. Также давался Аранео. Бионические турели, которые не требуют для себя ничего. Просто их ставишь, как обычная турель. Она, ну, короче, админская турель. Вот такие вот турели. Несколько штук. Немного там, по-моему, элементной пыли или элементных шардов. И вот такие вот дела. Ну, тут уже потрошат сейф мой. Я его отдал на растерзание. Ждем теперь главный приз. Хочу на них посмотреть, что же мы получили за это. Призовое место я свое не брал. Я, получается, приехал либо третий, либо четвертый. Я же админ, мне это нафиг не надо. Оп, оп, оп. Все. А так выиграли следующие люди. Первое место занял у нас Десница. Второе Нарколеопард. И третье Кот Наркот. Сейчас будем их награждать, сейчас все придут. Будем награждать и... Всю. И всю. И всю. И всю. И все. 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 Красотища! Красотища! Вот так сейчас сделаем. От они, красавцы наши стоят. Все как один, как на подбор. Профессиональные бегуны. Ну что, господа, пишите свое мнение по поводу ивента. Как вам, понравился, не понравился? Ну, я кайфанул, когда принимал участие подобных гонках. Почаще бы их, да? Такие веселые, задорные гонки. Первое место Десница, второе место Нарколеопард и третье место Кот Наркот. Вставайте. А четвертое? Я четвертый. Мы вас, а четвертое место мы не поздравляем. Ну, в смысле, мы всех поздравляем, но награждаем только первые три места. Мы вас поздравляем, спасибо вам за то, что вы принимали участие, вы молодцы. Надеюсь, что у нас будет еще куча всяких разных ивентов, и вы будете побеждать. Клеп, третье место, подходите ко мне, ваш ящик, я его открываю, забирайте. Ложку, пожалуйста. Мы вам дарим новую кровь с... Там 40 с чем-то стамина, забирайте, выращивайте. Второе место. Ковчеги, сделайте скрины, пожалуйста. Второе место, подходите сюда. Ваш ящик открываю. Ова, а ты можешь там. Серебряный. Ну и говорите второе место, что у вас. Ой, третье место, говорите, что у вас. Ну покажите призы, Тая. Третье место, говорите, вот, что... Он, наверное, скрин делает, он сейчас выкинет. Я скажу так. Ведок, что мне дали велонозавра, растение X, и Диксон,
специально для тебя. Короче, мне дали готовое седло на 100... На сколько? Это на 190. Да-да. На кого? На кого? На Рекса. Десница, расскажи про приз, пожалуйста. Ну, велоносавр, принт на гигу 193. Не принт. Не принт, седло. Седло на гигу 193. Нормально. Ну и куча мелочи. С твоего принта можно такой же скрафить по полному. Зачем ты всему сейчас серверу рассказал, какой у меня принт? Да весь сервер. Я не сказал, какой у тебя принт. Я сказал, что с твоего принта можно такое же седло скрафить. Нет, нельзя. Я же специально вчера... Нет, я специально вчера узнавала. Максимум, который можно сделать с Ловиного принта, можно сделать 170. 170 можно с моего принта сделать. А третье место, что получили? Лена специально вчера сходила, и больше у нее принта этого нет. А я тебе еще раз говорю, с моего принта можно 170 сделать, а с Ловиного 190. Но у него 190 с копейками. Выдайте людям линейку. Да третье место, что получил, скажите третье уже. Третье место, скажите, что получили. Кот, велонозавр. Что? Ну, велонозавр, седло на 178 брони. На турки, носорог. И кубок. Все. На носорог. О, ящик крыльев открыл. Велонозавров, там у них повышенная станина, поэтому вот разводите для... Куда вы там ходите? На мантикову. Там повышенная станина, она меньше, чем то, что у вас рождается. Мне сказали вчера, что у вас рождается до 3000 станины, здесь станина 1600, но там завышенная в плане... 40 куба выкини этого, я скажу, какие статы у твоего, ну, с постанини. А, так я выходит все время правильный код в ящик релиз вводил, а он практически пустой. Уже да. А еще по окраскам, смотрите, какие они. Он еще есть. Вовчик, давай секаса делать. 42 пункта станини. 1690. А ничего, что у меня такой же. Да хрен с ними, со статами, ты краску посмотри. Не, ну краска красивая, давай для секаса делать. А вы покажите всех. Всех покажите. Блин. А можно, пожалуйста, всех посмотреть? Панда. Хоббит, хоббит, выкини, пожалуйста, велосавр. Кицарь. Не убирай, не убирай, подожди. Пошли, я тебе дам. Не убирай. Да надо скриншот сделать. Давай выкинем. На, зачем виверна? Ты тэпни туда. Давай. Так нет, виверна, какая разница. Спасибо. Крыш отсюда. Ребята, Хоббит. Сил подожди, подожди, все. Давай посмотрим велонозавра. Покажи. Хоббит, выкини велика, пожалуйста. Вот ковчег выкинул. Сделайте скрины, пожалуйста. Мне реально надо уйти. Хотела сказать спасибо. А, давай, давай. Да, и спасибо. Тебе тоже большое спасибо. Да, спасибо вообще большое за ивент, было очень интересно. Там надо тоже переходить, да, там рексики у меня. А сейчас давай. Вторая часть, всем бесплатные гиги, 65 урона. Да не вредите. Давайте покажите. А вот третья, 30 минут. Идите, смотрите велонозавра. Забирай его, я сейчас сниму, иду домой, туда к себе. Ну, второе место, мне кажется, интереснее, чем первое. Ой, слух. Естественно, естественно, ты же на втором. Если бы ты был на первом, тебе бы первое было бы. Ну все, дамы и господа, давайте будем закругляться. Вот такие вот были призы. Великов дали, седла дали. Короче, классно, весело, круто, обалденно. О да, о да, о да. Да-да-да-да-да-да-да. Давай еще танец зарядим. Оп. Оп. Оп-оп-оп-оп. Оп. Тут-тут-тут-тут-тун. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Риз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. Приходите играть к нам на сервера. Ссылка на них, как всегда, в описании. Также вступайте в группу ВКонтакте. Я новую группу завел. Я уже об этом говорил. Ссылка в описании будет. Нажимайте обязательно на колокольчик. Также пишите свои комментарии, как вам ивент. Может быть, есть идеи для следующих ивентов. И еще самое главное. Самое главное, если хотите попасть в конце ролика, то рассмотрите возможность стать спонсором YouTube-канала. Тоже подробнее можно в описании посмотреть. Всем счастливо, всем до новых встреч!